Друзья, всем привет! На канале Цех номер один. Приехали на Обь, далеко, на север. Вот. Нашли такую заимку. Вчера приехали вечером уже. Камеру, к сожалению, с собой не взял. Прямо напротив заимки поймали две щуки. Одна около 5 килограмм, вторая это двушка. Банька есть. Домики вот такие вот здесь. В общем, все хорошо. Добрались нормально. Дорога долгая. 9 часов ехали. Сегодня выспались. Вечером сходили в баню. Сейчас будем рыбачить. Ну, конечно, крови. А, вон, я уже привязан. Вот туда же, а. Вот, у лодки в 10 метрах. У лодки в 10 метрах всего. Билайн работает, да? Большая. Поздравь меня. У тебя первая, да? 31-я. Да, конечно, разберусь. Смотри, как слабо зацепляется, да? Поняли. Сразу видно, да? Другие силуэты. Ну, побольше они выглядят как. Там побольше есть. Небольшая. Подпустим. Такое? Да совсем. Или забираем? Не так. Да? Ну, в принципе, то сильно не нужна. Пусть растет. Ну. Пошел, хорошо пошел. Срил. А ты не тянешь. Да, ну хоть и пятерка. Антоха просит, спрашивает меня про рыбалку, знаете? Покажи ему. Да нет, ну не пятерка. Ну хороший. Видно, на что клюет? Видно. А? Видно. Хорошенький. Еще поснимай пару раз. Как ты хочешь? Нет, так не послушай. Да ну у него вот же здесь вот они мягкие у них. И рот закрылся.
Еще. Давит, да? Ну, а? Давит, но не как у тебя. Поменьше, да? На мотор только не давит. Щука неплохая, да? Или так себе? Вот я говорю, щука неплохая. Судак не нужен. Так, подожди. Ага, я тут отсигнул. Да, сама. Вот. Я в кузов дырку. Плохо разжимать, мазать надо. Переезжать будем? Переезжать? Ну давай покидаем. А? Влево. Сейчас у меня здесь поводок весь. Я отлетел, прикинь, чуть-чуть не упустили. Она оторвалась. Ну, я и говорю, отлетела. 6-7, да? 8. Хорошая. Пора. Вот, возьми. Не, да. А то нафиг руки. Насадь. Укусит. Руки оторвет. Что, зацепишь? Да я потом вымутаю. Давай сейчас зацепим ее. Подержи ее сейчас, пукан. Готовлю. Засунь туда палец, Сапа. Руку, может. Руку. С этой стороны вдевай, да, вот. Ей не нравится, похоже, да? Видите, просто. Хорошо наделать? Ну что? Хорошо, да. Thank you.
Не стало? Может, что-то побольше. Щука. Да небольшенько. Будем забирать так? Конечно. А? Конечно. Что, килограмма полтора есть? Да нет, двушка. Но... Нет, отпустим. Раскидываешь что-то. А, тем более израненная вон вся. Это корм крупной рыбы. Вот, видишь? Оба, ничего вот себе. Здесь стоит кто-то. Вот это ее драла. Ну, зачем? Ей так не везло в этой жизни. Мы еще будем обижать. Пусть кушает. И растет. Да я знаю, что сюда не подлазит никак. Еще и без зуба сейчас будет. Красиво вошла, да? Офигеть. Вот это ее укус на ней. Хорошо давит. Вторая, там их три должны быть. Послабже, чем та, но... Тоже такой, да? Да? Это не пост? Да нет, небольшой. Пятерочка, пятерочка, троечка, двоечка. Видишь? За меня заходит. Не, небольшая. Ну, прям только потратить. Не, пойдет она на кукан. Тем более куканы есть свободные, все есть. О, опять вылетел. Забираю. Да. Ну, работает плывет. Уебищество. Ты не веришь. Не надо пока. Отпустим. Игорюха, да. Судак у меня первый. Маленький. Дай пять. Я судака поймал. Наконец-то дождался. Иди, дорогой. Отпусти ему голову. Мешок рыбы. Я тебе говорю, я ли вытащил. Бери под жабу ее, да и все. Это не щука. Так, подожди, давай эту. Закидывай. Все, я опускай за борт. Все, я пойду на нос привяжу. Что, неужели не ори? Сады будут, сады будут. Ага, вон зашевелились. Да, песок какой зуб. Он туда? Ага. Веревка яркая. Ничего себе здесь песок, блядь. А. Набрал. Полный? Не, один. Сюда, ты опять набрал? Да, болото, видишь, засасывает. Иди сюда. Да я ноги вытащить не могу.
и во второй набрал сапог. Хорошо, немного. Я сейчас оттяну на глубину. Второй набрал. Да. Нет, ты прям за веревку вытягивай. Вот, друзья. Вот такой судачина. Сейчас будем хей из него делать. В общем, краткий результат рубалки. Первый вечер. Несколько щук поймали, отпустили. Второй день. Очень плохо клевало. И вчера утро сделала всю рыбалку. Поймали судака 5 килограмм, щуку одну 8, другую 5, трешку. Еще там что-то. Ну, в общей сложности, наверное, штук 7 щук. Рыбу храним на пуканах. На той стороне, с этой стороны мелко. Сейчас Игорь поехал, привезет. 3 штуки у нас там, по-моему, осталось больших. Остальных отпустили. Хранить негде, холодильника нету. Неудобство этой базы. Сейчас привезет, почищу и поедем домой. Так уж далеко идти до реки. Воды мало в обе. Вода упала. Первые 2 дня дул северный ветер. Рыбалка была не очень. Вчера с утра до обеда подул южный. Вот, на соломе ветер переменился. Рыбка маленько поклевала. Рыба крупная, мелочи практически не было, что и радует. Ну, считаю, что рыбалка удалась, тем более первый раз в этих местах. Понравилось все. На этом всем пока, до свидания.